Кораблики по не обращайте небу. Внимания, да, он, да, он да. Всегда... Пан попал в секвас. А Каспера в Хардстоун не пускают. У нас у всех проблемы. У нас у всех проблемы. Личного характера, да, да, не да. только. Но нет проблем только у Вичи Секрет, который играет пока. На данный проблем. Момент у них нет ни проблем. Кого, и но... не было ни одной, ни у одной из этих команд не было ни одной проблемы. У Секрет были проблемы во второй карте против IG, где мы их даже похоронили втроем, но они потом сделали камбэк. Они тоже читали гайд, как выкопаться да, из да. могилы. Расскажешь где-то по ходу игры. Конечно, расскажу. Там надо гроб разломать сначала, потом принять... Ладно. Но если ты ломаешь гроб, у тебя будет засыпаться. Да, надо аккуратно, аккуратно. Надо рубашку поднять или что-то. Тебя же хранят не голым, наверх, чтобы вот так вот его прикрыть. Чтобы и складировать землю в конец гроба. Ну, отталкивает ногами и руками, потом ногами. Ладно, короче, ребята, у нас... сразу после гайда о выживании из разорванного самолета. Есть офигенный фильм, называется «Похороненный заживо». Хороший, американский, мне понравился. Этот, VG... Боже, извините. Давай сразу на драфт, мне кажется, перепрыгнем. VG Gaming Secret, давайте смотреть драфт самого ожидаемого матча вселенной. Посмотрим, как пойдут дела на пике у одних и у вторых. Висп, первый пик. Я, в общем, хотел дать инсайды немного. Я вышел на улицу, сидел там, а там тим-митинг Secret. Ну, я как-то так запечатлел, они меня не выгнали, но я так ухо погрел. Ну, ты же нормаль, ты же перед китайцами не спалишь. Да не, ну правильно? Понятно, что... И они как раз обсуждали, вот именно, вот ровно то, что происходит. Они обсуждали то, что они не боятся виспа Стине, если заберут Чена с Бристлбеком. И они решили впарить, в общем, виспа китайцам, взять Чена с Бристлбеком и отдать виспа Стине. Это план Secret. План работы. Работает. Ну, то есть, по пику, пока Secret все как хотели, делают. То есть, они именно это и обсуждали. Больше даже они боялись именно Чена, а не виспа. И опасались, что а вдруг они сами возьмут Чена. И как мы тогда будем крутиться? А это они хотели, так? Поэтому, если сейчас VG возьмут Тине, то получится, что Secret их заманили в свою ловушку, как пауки. Пауки? Пауки. Спайдермен. Человек-паук. Человек-спайдермен. Кто на пике у Secret? Вообще, я бы сейчас порекомендовал всем нашим зрителям валить с нашего стрима, потому что на английском стриме комментирует Чуань. Согласен, валить. Чуань! А вот тут, короче... Я шучу. Слушай, а это, по-моему, разрыв шаблона сейчас. Смотри, я тебе... А Secret'ам придется банить Тини. Я тебе отвечаю... Ну, а что страшного в том, что забанить Тини? Я тебе отвечаю. Secret обсуждали следующую штуку. Главное, там Пупей прям так сел, говорил, типа, похер на все, главное только, чтобы Bounty Hunter они не взяли, чувак. Он сейчас думает, это бизнес. Нагрел ухо и слил китайцам, походу. А, так ведь на самом деле есть, ты просто уводишь от себя подозрения, Ярик. Мы все про тебя знаем. Ну блин, вопрос, ну просто да, Чена не забанили в первой стадии, отлично. Но вероятность того, что не возьмут Баунти Хантера, фактически нулевая. Ну как бы, мы Чен видим ПХ, это, ну блин. Как мы видим, эти команды на одной волне и на одном уровне понимания дотки, судя по всему, раз, если одна команда говорит, главное, чтобы они не взяли БХ, а вторая команда берет БХ овер Тине. То есть они не берут Тине, а вторым пиком они забирают Баунти Хантера. Ну, это чтобы, кстати говоря, убегать, между прочим, от крипов Чена. Я слушай, нам, солдата. Кстати, сравнение идет двух, наверное, лучших саппортов мира на данный момент. Я не знаю, кого к ним вряд еще можно добавить. Одни из пацанам. Лучших, как минимум, ну, Фенрир. Ну, смотри, насколько активнее Куро. У него 5 фрагов, а 3 всего у FY. Просто Куро чаще играет на визаже и стилит. И 92 убитых крипа, а у FY 48. Это, кстати, два раза больше, блин, это дофига вообще. Да. Ну, потому что, действительно, Куро, у него в его пуле героев есть визаж. Да. У Вай он тоже... Ну, он не так часто пикает. Ну, да, но там они реже его используют. Да. А Куро очень много на визаже наиграл. Оттуда и крипстат, оттуда и киллы, оттуда и ассисты. Слушай, а в натуре, если так сформировать... Потому что я знаю, что интервью сегодня брали у Вай, ему задали этот вопрос. Появится, я думаю, завтра это интервью. 5 лучших саппортов мира, если назвать это. Кого бы ты назвал в пятерке лучших? Ну, FY бесспорно, я думаю, да? И Куроки бесспорно. Ну, я думаю, да. Это, в принципе, два таких
представителя фауны, которые реально отличаются. Они постоянно, ну, зажигают. Конечно. X-Mike еще, 88. Но он, в принципе, грязи, зажигает. Без грязи. Да нет, ну, давай откровенно. Я вот такие вопросы никогда не любил. Я удивляюсь, как вообще реально профессиональные игроки, которые хорошо разбираются в том, что происходит, они могут назвать, попытаться даже хотя бы 5 лучших игроков. Нет, суть не в том, суть не в тех лучших игроках, а суть в том, что вот на кого ты равняешься, например, чьи реплеи ты будешь смотреть, чтобы посмотреть, куда тыкал варды, вот кого. Это можно. Кто такие? Попробовать сделать. Ну, я, когда меня просят, спрашивают, точнее, каких бы ты суппортов посоветовал бы рассмотреть, чтобы поучиться, чтобы я всегда говорю Вайфенрир, я других не называю. Ну, типа да, связка, да. Для меня все остальные на другом левеле, честно, немножко хуже. Ну, была когда-то связка PPD-Zai, шикарная была связка. На самом деле, да, была. Во-первых, PPD-Zai, во-вторых, вот я тоже хотел отметить одну связочку, которая достаточно недолго просуществовала, это была связка 1437 Misery. NS Smile, это была легендарная связочка. 1437 Misery во времена LGD International, они тоже хорошо действовали, они тоже были агрессивны. Хорошо действовали. Только в одной доте. Это минус большой. Да, да, то есть да. Они умели только в одной плоскости действовать. Там они были, возможно, лучшими. На тот момент точно лучшими в мире. Агрессивная игра Чен плюс Shadow Demon, Чен плюс Рубик, Чен плюс... Там Enchantress у них постоянно. Enchantress, вот эти. Да. Вот в той конкретный момент времени эти два игрока были лучшими, какие только можно представить. Это еще одно хорошее сравнение нам дают, как раз-таки Фенрир и Папи. Игроки пятые, так называемые, позиции. И те, опять-таки, которые... Папи в два раза больше у него ласт-хита. То есть, насколько Фенрир и FY меньше... Не, ну, типа Леон меньше крипов, чем Чен убивает. Ну, типа да. Папи Чен. Чен и Нигма там, да. А Фенрир обычно не Чен. Это же легендарный сейчас оффлейн Бейн от Зая. Это легендарный Бейн, который контрит большинство героев, судя по тому, как оказалось. Судя по тому скриншоту про контрение героев. Не, короче, в действительности, если на... Чистоту Бейн один на один. Он реально почти любого разматывает, если не любого. Бомба-герой. У него хорошие статы, сбалансированные, если так можно сказать, потому что да, у него 22, там 22. Именно, что он именно. Делает с Бристлбэком? Самые большие статы. Вот, вот, у него офигенные статы, у него хорошие скиллы. Единственная проблема, то, что скиллы эти в основном направлены против одного персонажа. И поэтому, особенно на низких левелах, у него возникает проблема, если его уйдут там прессовать хотя бы кто-то, ну, плюс один, да, там один в два, например, он стоит. Но все равно персонаж весьма-весьма любопытный. Раз на раз один из действительно самых сильных героев, просто из-за того, что у него все статы нереальные, и из-за этого у него много и дэмэджа, и армора, и хп, и маны, и... Всего. Просто сильный. Один минус, он полумилишник. Такой минус есть у него. Dragon Knight. И мы видим дичайшую агрессию от Secret. Такой агрессии не видывал никто, только директор и команда Ньюби на International. Ну, то есть очень просто пуш оголтелый, я бы это так назвал. Ну, в принципе, да. Только тут теперь... нет ни одного героя, который не пушит. И Бейн, он тоже взят для того, чтобы был просто еще один герой, где-то, возможно, это еще саппорт Бейн, теоретически, который просто... Ему не нужны арты, он и так плотный, жирный. Ну да. Он, опять же, ты пушишь героями. В чем смысл пушить? Чтобы у тебя припушек, пока ты ломаешь вышки, что-то дерешь, у тебя никого не убили. Один герой, если отвалится, дальше очень плохо. Приходится уходить, терять кучу времени. Поэтому нужны герои. То есть нельзя брать дрища, которого могут убить, и поломать тебе весь пуш. Да, ну и Бейн, в принципе, один из еще таких неплохих цепляторов. Ну, под дрища ты кого имеешь в виду? Типа Вич-доктора или что? Ну, типа дрища, типа ЦМ-ки. ЦМ, Гудбанки Хантер какой-нибудь там, да. Плюс он цеплятор, да. Плюс он в пуше в ранних замесах хорош из-за того, что у него пьюр дэмэдж на брейнсапе 300 дэмэджа. Инфибл, на самом деле, не шуточный тоже скилл. Даже на единичку минус 25 урон навешивает. Все это позволяет в начале игры выигрывать замесы. Вот. Так, ну что, по всем законам логики и тактики, как нам подсказывают, должны выиграть Вичи, да, потому что так было на саммите. Ой, так было на Даке. Секреты упадут в лузера, потом секреты проиграют у ЕГЭ, ЕГЭ выиграет у Вичи. У-у-у, топ-3 Дака повторится, Ксяоэй топ-4 опять. Undying! Нет, не то. Не тот. Боже, здесь опять начинает вонять азиатской едой, мне уже плохо становится. Блин, я так хочу азиатской еды. Меня, не тот мне пик уже это, плохо, не тот. Мы уже видели людей, которые пытаются отдейтиться при помощи андайинга. Ну не дефится, Сеон, это наоборот герой агрессии. Ну да, да. Так себе, ты когда ставишь тамбу, когда к тебе подходит ломать вышку, ты поставил тамбу, люди могут уйти от нее.
Она пропадет, и 30 секунд не будет тамбы, и ты ломаешь. Когда зомби нападает, он ставит тамбу, и за это время ты ломаешь, или ломаешь лицо, или тавр, или что-то. А так люди могут просто не ломиться на нее, нахрен не надо. На самом деле, герои, которые могут начинать замес, их здесь критически мало. Тот же Bounty Hunter, он вообще никакущий, если тебя давят. Висп, пока мы не видим, с кем он, в принципе, должен быть, и... Я думаю, что сейчас как раз этого героя должны будут убрать секрет. Ну смотри, последним кого добирать? Если Бейн это саппорт, да, то кого нужно добирать Зая для того, чтобы помочь Драгонайту, для того, чтобы помочь Бристлбеку? Ну, вполне возможно, что Бейн это не саппорт. То есть мы, тут мы не знаем, как бы, и не можем знать. Фантом Лансера забанили, ого, интересно. Да? Очень Фантом Лансер, да. Вот это вот когда-то было давно раковая тоже фигня. Раковая опухоль на теле Доты. Да, именно. Было такое, там еще Котл участвовал. Кого Вичи Гейминг под виспа-то хотят взять? Я не думаю, что это вообще были идеи про Лансера. Лансер здесь вроде как нулячий практически пик был бы, ничего он не делает. Более того, Драгонайт его и в лейте разваливает, и иллюзии его разваливает сплэшом. Бестобэк долгое время иллюзии разваливает. Так, ну убирают тут Лину. Убирают Лину. Подозреваю, что Бейн все-таки хардлейнер, лишь рак вместо Лины. Отличный пик, просто это совсем плохо. Да. И, а теперь вопрос с линиями. А теперь вопрос. Смотри, если Бейна ставить в сложную, суппорт Лишрак. Так их можно вдвоем туда поставить. Так все так. А, вдвоем? Ну Бейн, да. Лишрак? Ну да. Могут быть даблы, могут быть не даблы. Ну, секрет тут есть, как поставить героев. Прям скажем, им спешить, прям сломя голову, некуда. Они фармят 10 минут, 15, потом идет адовый пуш. Что будет делать Вичи Гейминг? Кто будет останавливать пуш? Ну, явно не Bounty Hunter. Явно не Bounty Hunter, явно не Висп. Инвокер Undying, окей. Но маловато, нужно еще чего-то придумать. Керкоптер в бане из кэрри такие, кто мог восстанавливать пуш. Queen of Pain нету, Финда тоже. Ну кто? Блин, даже непонятно, реально. Ну, кто? Из самых проблема? Очевидных напрашивается Тимбер. Блин, понимаешь, даже какой-нибудь, да, там Тимбер или Пак, но он вяленький будет, примерно этого всего, он абсолютно кэрри, мягкий. Нужен кэрри, который еще разор. Ну, из оставшихся раскладов, да, более-менее, но честно, у парней на данный момент два АОЕ скилла, это, там, ну ладно, 2-3-4 инвокера прокасты разнообразные и разор, но инвокер и его прокасты, это такси история на ранних левелах. Торнадо EMP окей, но если ты не поймал в него всех вообще, то дальше огромные кулдауны и абсолютная бесполезность. Что-то как-то... Ну, посмотрим. Ну, слышишь, еще артист берет лишь рака. В принципе... Смотри, это Зай, да? Смотри, ну, смотри. Зай, это вообще оказывается. Соломит лишь Керри Леший. Да, ну, Соломит Леший, в смысле. S4 Драгонайт, то это он уже не раз показывал нам. Нет, тут надо понять, типа, СФО пойдет в мид сейчас против Супера или Лишак пойдет? Ну, я думаю, что пойдет, скорее всего, СФО. Лишак будет на легкой выфармливать, там они могут очень здорово. А ты уверен, потому что разор против Драгонайта, он же его просто заунит. Ну, вообще, да. Ну, так Хау, подожди, Хау это же кэрри команды. Но это не мешает все равно поставить разор. То есть тут, слушай, начинается тут, вот это. Я тебе так скажу, что они еще сами не знают, если вдруг разор оказывается в меди, они могут и подслапать. Что им, опять же, что их останавливает? Там еще там ничего. Да, ну и что рамочка же? Рамочка просто не пропадает. У нас вечная рамка. Рамка-кастинг. Рамка-кастинг. Сломалась дотка у нас. Сейчас. Бывает. Сейчас нам, да, починят дотан. Все будет нормально. Все будет доброе. Все мы увидим. Поставь, пожалуйста, стакан. Я. Так, ну и что же. Да, Пупеха, естественно, своим чинитом. Кстати, у нас уже будет сейчас первый визуальный контакт. Сик-синтру поставил уже Пупе, чтобы палить Баунти Хантера, который будет теоретически забегать. Еще одну синтру поставили здесь, чтобы палить Баунти Хантера, но он очень здорово сыграл. Вай. Ну, если он только-только подставится, сразу же будет слип, и сразу ну, же вот будет сейчас, да, смотри, да, вон да, вот да, он. Вот он. Слип, и могут разбудить его просто, а могут не будить. Дикей по куче героев. Ой, а вот это опасно. Разор в спине разорвался, кстати, клин, как неудачно. А Айсайс пошел в пятерых. Ни хрена себе. А Айсайс может идти в пятерых, у него сейчас будет дикей, через секунду он еще по трем пацанам попадет, он будет просто с 1000 хп. Вот такая вот. Вот так вот. Вот так и есть, 1000 хп, на нем 6 дикей висит. Да, от какой-то. Все, в общем, отделались с легким испугом. Если бы разор не разорвал Линк, он бы, скорее всего, пошел дальше. Они бы пошли дальше, конечно. Ну, один парень с 1000 хп, а второй с 1000 урона. Попробуй останови. Там еще и Виз бы присосался к какому-нибудь разору или к какому-нибудь... Еще синтур. Ты посмотри, как играют Секрет. Это уже должен был быть минус, почему нет? Эвай, не понимает, что здесь еще синтра, Эвай! Да ладно, что это был за слип?
И Вай развел на 4 сентрика сейчас команду Secret, которая его не смогла убить. Но правда, и Вай отсюда хрен выпустят. Выпустят. Они не будут стоять долго ждать. Ну, вообще, да, он может тут стоять и трех типов на себе держать. Ну, в принципе, да, пофиг. Да. Какой же лютый фейл получился. Фай да. Пойдет к Тавру отдаться. Куро, если Куро здесь будет стоять, то Фая не убьют. Не, ну, а у него маны не хватает. У него маны не хватает. Он Фай понимает все, что тут Куро его парит. Он говорит, ну идите убивайте. Окей, мол, хорошо. Так нет, он еще тут время растянет бесконечно. Да. А пока здесь Куроко тусуется, на сложный это айс. Ага. Добрый вечер, друзья. Ну все, а тут ты его уже не поймаешь. Сейчас очень весело. И ушел Фай. И сейчас курицу в миде убьет. Боже, как короче, это жесть. Сейчас курицу убьет в миде с ботлом. Это будет такой бред. Смотри, она идет, она ползет. Опа, вспомнили. Что котейка можно просто не дойти. Дали инфу, что там все-таки этот, смотри, стри. Да, заныкалась. А как обузить-то таким образом курицу можно? А он просто стоит там. Он просто стоит и ждет. А куда спешить? Ну да. Спешить некуда. А здесь пока сбросили одного Артура против Айс-Айс-Айс, а Айс-Айс таких на завтрак кушал. Ну не то чтобы, но хорошо чувствует себя зомби просто. Вот но иногда дело. Может. Иногда может и покушать. Хотя я смотрю, там поплохело немного Айсу. Да, смотри, а тут и Фай, он уже тут курсирует. Правда, у него уже закончились кларити, ну вернее, он только-только. Слышь, он ее увидел! Он ее увидел! Он ее только что, по-моему, ударить мог, нет? Не-не-не, как? Как он не должен видеть отсюда? Увидел. Там же лес. Не, там же как раз нет дерева. А, ну да, дырочка. Слушай, он прям так замахнулся в один момент, мне показалось, что он уже сейчас ударит. Кинет туда ножом в лес. Смотри, ну-ка иди сюда. Ну-ка. Но он сейчас четко мониторит момент, когда она будет оттуда уходить. Конечно, он контролирует просто. Контролин, you bitch. Боже, какой он жесткий. Пошел Айс-4. Смотри, он понимает. Так, Айс-4, кстати говоря. Что руну украдет, смотри. Тихо. И побежала курица. И Вай так видит, ура, исчезла. Искать. Поиски? Убить. Боже мой. Боже, он с этим курьером такие mind games. Охота за курой. Так, а все это время... FY. Не, понимаешь, давай. Все это время ботл не обузится. Да. Они ждут третью минуту. Но, живет чем? Живет они чем? Они реально ждут третью минуту. Возможно, это реально плюс... Понятно. Ну ладно, тут... Я хотел сказать, в итоге скушал Артизи, но там вместе с Куроки. Вместе с Куроки они, конечно, убили. Ну, Эвай не дождется здесь Куро, он мог бы уже свалить, он мог бы понять, что они ждут третью минуту. Но ясно дело, 20 секунд осталось. Вряд ли они поведут вот сейчас Куро, столько времени ее продержав. Слушай. Не видит. Ну, сейчас да, но... Если бы увидел, он бы, наверное, ломанулся бы прям по тавру, убил бы, сдох. Но он бы это сел. Слушай, он сейчас будет вот тут должен был заметить. Или нет, или там дерево тоже стоит. Да ладно, Бристлбэк погибает. И Зай, размен с Брислом. И Финрир тоже лопнет. Дабл от Зая. Он, кажется, не Драгонайт получил. Драгонайт. Так. Поднимают его и умирает Драгонайт. Просто ножку игра. Подвернул. И да вот этот Эвай, который тут 3 минуты ползал, в итоге сделал, ну помог сделать скилл. Не, ну в итоге левел 1, и это не круто, но суть в том, что вот нашел он Чен. А сейчас и с Ченом ему там будет намного веселее. У него с маной уже там не все весело. Так, тут вот. А его видят, Синдрюк-то стоит. Попик, кстати, не палится. Грамотно не палится, что видит, если что, так заманивает. Эвай, ну правда, дальше уже Синдрюка нет, поэтому куда он его заманивает, не палится. Да, Эвай. Так, вот Куроки. Оп. А у Куроки нет там случаем синтрика какого-то? Да может? Откуда у них здесь деньги уже все синтри позаканчивались? Не, ну они сделали килл только что. Вот летишь что-то. Там, да, Вот, так. Эвай чувствует. А Эвай не увидел, но почувствовал. Что-то почуял. Почуял опасность. Боже, как же тяжело против него играть. Мерзопакостный гражданин. Просветка есть у чела. Они, ты думаешь, сколько денег уже они слили на это все? Да, на то, чтобы ловить первого левела Баунти Хантера. Три пачки синтрей. И просветка 1000 почти, ну, 800 голды. Да, уже. А это четвертая минута, то есть ты из воздуха эту 1000 не возьмешь. 800 голды влили в то, чтобы поймать Эвая, который не поймали. Равно сделал килл на меде, ну, помог его сделать, без Эвая килла бы не было. Да уж. А теперь Эвай здесь, его не ждут, а Эвай-то ждет, и тут замедление будет. Хорошо, разносил, ставится тамба. И Куро, слип на Артура. Слип на Артура, но я думаю, что вряд ли это поможет Артуру не умереть. Да, он умирает. Bounty Hunter of Nage. Да, пока Bounty Hunter действительно неплохо отыгрывает. Ovnage.com? Bounty Hunter. Ovnage. Это сайт такой новый. Это как плешка, только Ovnage? Bounty Hunter Ovnage.com. Надо зарегистрировать домен. Чувствую, будет топовым через год. Он пока просто в соло все делает. Если бы еще парни на дабле сверху не умирали в соло от Бристлбека, можно было бы сказать, что Vici Gaming просто доминирует. Но там Zai тоже отыгрывает на уровне. Radiant's bottom tower is under attack. Да, ну, кстати, забыли мы вообще про Разора. У Разора там 26-9, более-менее, стоит себе на топе Хао. Кто его не трогает, ну, хотя умирал он один раз под тавером у нас.
вместе с Веспом они пошли убивать зайчика. И нами идут убивать. Так, увидел. Увидел парень на меде, кто там стоит на меде. Веспом увидел. Вообще-то говоря, он Веспа, но не отошел. А что, непонятно, что Весп-то не один, скорее всего, так ходит. Ну да, там погибает, правда, Эйфай тоже, возможно, умрет. Нет, да ладно, молния! Супер, ловите, с этот станом не попал. Куда он вообще кинул, слышишь? Артур. Ну, так, такой совсем был дешевый стан, скажем. Да, да. Но если бы это был бы бот, он бы просто побежал по прямой. Ну, по итогам размен Баунти Хантера на соло мид. Драгонайт, и причем Баунти Хантер умер как бы после, соответственно, он-то поучаствовал в фраге. Он получил денежку, и он уже здесь. Бешеный, вай, бешеный. Смотри, он еще этого сейчас будет резать. Да, будет. Кура не так просто убить, хотя, слушай, ну да. Там я думал, Кура не умрет. А почему не умрет? Но... Там они друг друга будут сейчас очень жестко. Так, не, ну... А теперь можно. Да, не-не-не-не. А я не знаю, что... Ты паут, Кура, нету тоса. Но поздно. А у меня вопрос, почему не заслепить одного парня, любого, и не побежать вниз? Просто, у тебя еще есть Аджорочка, ты бежишь. Тут Висп, кстати, умер, лопнул только что от Артурки. Причем Артурка там без диаболиков, просто станом попал и победил. Рандомные фраги на карте происходят, там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Не, рандомные скорее Вичи рандомно мрут, а убивают они секретов прям вот... Да, Вичи уже три, в принципе, фрага сейчас получилось полурандомных. Два парня умерли от соло Бристалбека, это ненормально. И сейчас Висп просто умер на реке где-то, это тоже не очень нормально. А Вичи каждый свой фраг вымучили и сделали все, ну, опять же, кроме килла на Бристалбеке, из-за которого они... Что это? Откуда? Из-за связи с базы Пупея нападает на Пупея. Это просто жесть. Как вот он тут проел деревце. Вот это рвать просто. А ССС отсюда, конечно, уйдет, и Фуай продолжает клепать, и Фуай опять все очень хорошо. Ну, Эйфай, это, конечно, все очень хорошо, но пока еще не предел мечтаний, потому что до шестого ему еще качаться и качаться, и вот потом уже начнется хорошо. Бедный Пупей. Он говорил, только не Баунти Хантер. Только не Баунти Хантер. Он... Слушай, реально портит жизнь, проблема огромная. Спор, опять там от Айза, спор форме, но этому ничего ему не даст. Это называется не портит жизнь, это называется насилует тебя. Очень круто играет Вичи Гейминг, прям очень круто. С этим Баунти Хантером третья игра на турнире, и третья игра очень хорошая. Просто, если что, Эвай один играет в доту сейчас. Вот просто. Он идет куда-то, делает дела, его мувы... Это учебник можно запихнуть по игре на Баунти Хантере. Он ни разу не умер вот так вот где-то на халяву. Он разводит всех на все. Он гангает всех везде. Он один всю карту заполонил. Как будто бы 10 Баунти Хантеров на карте. Но он всего лишь один тут. Ну это, в принципе, и является показателем нереального скилла этого игрока. Да и мы раньше говорили, что этот товарищ выделяется. Ну и смотри, вот это возвращаясь к вопросу о тех суппортах, с которых надо брать пример и учиться играть. Ну вот тебе суппорт, с которого надо брать пример, который просто унизил всю карту только что. А мы там говорили, типа, пуши, вот эти все дела. Ну так, Эфай говорит, ребят, нас запушат, давайте я их быстренько убью до 15 минуты, а вы там потом разберетесь. А вы уже отбиваетесь от да, пуша. А потом вы там с хорошими артефактами поотбиваетесь. Пушить, конечно, когда тебя по всей карте Баунти Хантер ровнет, тяжело, но тем не менее, это не меняет факта, что Секрет могут в один момент собраться и пойти пушить. Мы уже видели, например, подобное от Evil Geniuses, который вроде как не самое здравое начало у них там было, ну, потом да, они собрались в кулак, да и пошли. А LGD такие, опа, что делать? Тут и Фуая убили, кстати, вот сейчас ой, реально. Хорошо поймали. Добегался немножко и Вайчик первый раз за игру, где-то косякнул. Ну как косякнул, это еще одни синты, там этих синтрей уже на 1000 голды купили. Да, если не больше. И пока что, ну, БХ нормально на Space Creator, скажем, для своего коллектива определенно сделать 8 фрагов. Ну там не все он сделал, но тем не менее, хотя бы организовать их. Так, тут Айс зашел не туда, реально не туда, тамбу сразу же. Ой, как, а он, идите сюда, говорит. Не, ну, кстати, его тут вообще никак не догнать, он еще ну, вот смотри, там бур подхильнулся. А, там команда подходит уже рядом. Да, да, а, да. Здесь да, мало да. маны, здесь супер. Насаживает это ГМП сейчас будет. Сейчас хрен убьет там по троим ГМП. Отхиливает, как же здорово. Минус один, минус два. И это минус Артур должен быть по логике тоже. Вряд ли он уйдет отсюда. Ну да, там трека еще нету. БХ идет за ним. Дополнительный файт, это шестой левел. И все, и треки пошли. Как играют Вичи Гейминг. Я... Муа, просто это белиссимо. Можно я пойду быстренько передерну? Можно, сейчас никто тебя не осудит. Мы это... тут говорили недавно, что Аки можно и не будучи бабой. Так вот, с Эфаем то же самое. Да, в принципе, да. Я бы дал. Очень.
пока в игре вообще не участвует Хао, ну, ему герои не того взяли, они в игре сами немножко испугались. Ему надо взять какого-то Эмбера, какой-то такой, слушай, он пошел дальше убивать. Потому что если бы Хао также фармил на ком-то другом, а не на Разоре, было бы еще интересней. Но они сами в ИГ не ожидали, наверное, что так пойдет вот. Потом взяли Разора, чтобы он там, если что, отспамливал, ну, если хотя бы. Как отбиваться, именно. Потому что не было АОЕ вообще толком никакого. Не, ну, всегда надо понимать, что пуш может а быть. А тут уже Висп с кем-то залетает, а это супер. Очень больно. Драгонайта тоже бить надо. Ни на нету маны ни на что. Теперь у него, у Драгонайта, бедный СФО. А там и там еще бежит, и в спину, и да, забегает Баунти Хантер. Он просто хочет его. Курьером Баунти Хантер убил, если что. Иди сюда, айс. Во все карты кто-то умирает, какой-то кошмар происходит, это избиение. И зомби заполоняют этот мир и погибает сейчас арт. Чувак, что делают Вичи вообще? Это next level Dota? Да, это просто next level Dota. А Bounty Hunter там пошел Чена резать. Ну, Чен понимает, что его сейчас будут резать. Он так аккуратненько, бачком. Я просто чувствую, когда у этого пацана появится догон, секрет напишет ДГ сразу. Да, высока вероятность того, что не дойдет до догона. Да, здесь уже вообще высока вероятность из-за того, что... Ой, вообще... хорошо, поймали. Ну вот, вот так-то и надо его ловить. Ловить. Ну, слишком наглый. Да, перенаглел. Два раз подряд, кстати, уже перенаглел FY. Надо чуть-чуть поумерить. Поддопуститься. Да, пойти к своим парням вместе с ними под треками кого-нибудь побивать. Намного 7500 полезнее. На 11 минуте. Камон, успокойте их кто-то, этих Вичи Гейминг. Да, действительно, неплохое преимущество, но это, естественно, еще не конец игры. Мы это обсуждали еще на стадии драфта, то, что Сигрид могут там пару хороших айтемов собрать. Проблема только в том, что им FY очень жестко запорол тайминги, и они очень сильно прям на варде был использован смоук. На варде, который опять-таки поставил FY буквально минутку назад. Почему он там поставил вард, кто его знает? Ну нет, ну это нормальный вард. Нет, ну это хороший вард, причем Чен, то есть ты... Как-то раз, вот рассказывай историю, ладно, сейчас расскажу. Сейчас кого-то убьют, расскажешь? Да. Не, никого они не убьют, возле товаров будут прятаться вещи. Ну, они никого момента. Не убьют, потому что... В общем, вот смотри, пока тут они бегают в смоке бесполезно, рассказываю историю, почему нельзя играть с женщиной, своей женщиной, в доту, да. Вместе. Давай. Если вы встречаетесь, или типа того, как-то раз играл с Ольгой в доту. С Ольгой в доту играл давно. И поставил такой вард. Но... Его тогда редко кто ставил тоже. Я его придумал, могу сказать. Ну, короче, поставил такой же, ровно такой же вард. Мы игру проиграли ту, и она и 2 часа машнила меня, что я вард поставил. Она говорит, что он видит? Что этот вард видит, говорил он. Он нормально все видит. Да. Я так же и говорил, он говорил, лучше бы поставил между ТВРО. Ой, СПО, проблемы присосались. Так, нужно станет торнадо, сломанный не будет даже на стан. Да, это минус СПО. Артурка, станчик. Ой, да как можно было не попасть станом ни по кому? Да там ребят нормально разбежались. Ой, а что такое делается? А там сейчас еще будет один трек, там сейчас вот еще один трек. И это будет сейчас еще один фраг, скорее ну, всего. Зай погиб, там сейчас, да, Зай погиб, Куро тоже погиб. Но тут попахивает Джуджеймом на самом деле, это просто развал. Kill, how, это развал. Зай тоже в таверну, это минус. 4 фрага под треками. Ой, Артур, это 5 фрагов под треками. Артур дайбэк сделал, да, дайбэк от это 5 фрагов под треками. 7-18, им можно написать 1200 золота для Баунти Хантера. 4000 голды заработано за драку команды Вичи. При том, что преимущество уже было 7. Да, 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 это огромно. Вот как бы Баунти Хантер, посмотри. И вот теперь у нас та ситуация, когда все 5 игроков обгоняют по нетворсу 5 игроков другой команды. А, о, это самая ситуация здравая, когда Висп обгоняет твоего кэрри. Саппорт Висп обгоняет твоего кэрри. Да, это просто какая-то 14 кусков. Больше, чем в 2 раза перефармливают. Кошмар. Больше, чем в 2 раза. Да не, ну дальше тут слушай, будет... Блинк купил. Он купил Блинк. Ой, ой привет, да, купей. Но тут уже паблик начинается. Да, да, да. В любом месте карты они будут их убивать. Тут уже можно вливать. Ой, Сесайса могут убить, но если он сейчас в тамбу поставит... Там мека, у него будет. Мека, если он успеет. Или у него нет, у него кулдаун 19. Ой, как же он живет? Все живут. Ну я все-таки погиб, Артур убил. Но Зайд погибает от супера. Это очередные минус 4. А где Лешак вообще-то где-то там? А он где-то в лесах выбегал. Да, вон он там и бегает. Сейчас с FY будет PvP, Лешак против FY. Нас, блинка, сюда иди. Ну, слушай, ну тут могут уже... Ну, ГГ стоит писать 14 минут. Если что, в прошлом матче у нас на 14 минут счет был 0-0. Да, кстати, а тут 8-22. 22! И правильно пишет в Твиттере Роман, это не дота, это искусство долбанное. Это в натуре искусство, это хрень, на которую надо стоять, вот это смотреть. Какой Роман? А кто-то в Твиттере пишет. Фоминок? Я думал, Резолюшн проникся. Резолюшн вот этих проникшихся неделю назад в Берлине катал на своем Магнусе. Они так не играли. Да. При всем уважении, конечно, к Резолюшну и Эмпайр, там были какие-то другие вещи. Почему-то, не знаю, почему, но всякое бывает. Ну там Хао был невыспанный, опять-таки.
Все, мы уже разобрались. Здесь Хау выспался. Да тут Хау ничего, а тут вообще не... Тут он на ничего Хау, не да? сделал. В том числе дело. Тут вещи выигрывают игру, в принципе, вдвоем, втроем там. И Артур, да, Артур сейчас тосиком тебе в лицо. И минус и... Артур. Оп, смотри, оп, и теперь тосик. Играются с ним, играются. А тосик ему бросьте кто-то. Да, а он кулдаун, кулдаун, наверное. Играются с ним, как с кошкой, с мышкой. Кошка с мышкой. Ну, кстати, отпустили. Да? В итоге... Короче, какие-то они слишком жесткие, эти Witch Gaming. Ну, вот конкретно в этой конкретной игре идеальное исполнение. Да, ну на этом финале вообще с Witch Gaming мы не видели ни одной игры, где хоть какой-то был шанс. Пум, какой-то. Что случилось? Это же не Висп. Да, ну... Это кто был? Алло, это Bristol Back так лопнул. Soul Rip'ом просто взорвал. Охренеть просто, что происходит? Это вынос. Тут приехали ЕГЭ, они сейчас посмотрят. Сейчас глянут. Не поймут, это как? Ну, вообще, ну, да, вообще-то говоря. Пупей был прав, Пупей знал, что этот Bounty Hunter может стать камнем преткновения. Может он быть очень плохо, если отдать его. Просто испепеление. Ну, да, уже совсем не боится Фуай. Да ему пофигу, да, он с блинком со своим. У него уже там еще 1300 сверху. Немножко промахивается. Это был футбол, виск! Такая рвань. Да, все очень плохо. Победи. Посмотрел такой. Я, ну, такой, опа. Тип норм. О, давай. И уворачивается. Нет. Он от бока. Айс, айс, айс. Давай, догоняй, догоняй Артура. Артура пол хп. Да, понимаешь, Артур-то он там стрейфится, а он под треком. Хау где-то. Хау где-то. У него, кстати, 7-1-5 у Хау. Вот так вот. Где-то он этих киллов набрал. Я он же там сделал ультракил. Да, ну да, в принципе, были времена с былой славы. Хау, вот он здесь уже с командой. Да, FA пока продолжает просто подкидывать треки и держать команду в курсе всего происходящего на территории противника, что немаловажно, естественно. 20 тысяч голды. 20 тысяч, мать его, голды. Ну, пошли очередной Soul Rip. Пытаются отковыриваться через молнию или широка, хоть как-то замедляют этот пуш. Ну, кстати, по вышкам-то дэмэджа не так-то по и много. По вышкам нет, пока у Разора нет агонимы, да. Пока у Разора нет агонимы, вышки очень медленно падают, и... Смотри, Разора цепанули. А у него БКБ есть, там есть БКБ, не забываем. Он включает ультимейт, пошел драться. Айсисайс, кстати, умер. Айсисайс погиб. Но тут Хао вырывается в этот весь замес, говорит, я главный босс. Да, Зая тоже тут, кажется, сейчас будут убивать. Ой, больно, так больно-то, а. Ай, прям почувствовал их боль, я... Да, ну это минус 3 в размен на зомбачка одного, и то, если бы там не потеряли, ну, кстати, зомби, то вообще биты, все умерло. То есть очень неплохо так надамажили их, а секреты просто не хватило. Ну все равно, опять 1500 зарабатывает БХ за драку. Это просто не смешно. Ну, вроде все коцанные, но опять же, это что мы говорим, что ВК контролирует... Ой, ВК, ВГ контролирует полностью ход встречи. То есть они прекрасно понимают, что да, их могут накоцать, но убить вряд ли. А, ну и что да. там Bounty Hunter? Bounty Hunter медальку собирает, то есть но продолжает играть. Но теперь будет еще больнее. Медальку крест. Резать. Да, это будет Solar Crest, безусловно. На себя даже. На этого бешеного ICSS, которого все время убивают. Может, Solar Crest его хоть спасет. Еще можно Glimmer Cape взять, и тогда действительно вряд ли... Хоть кого-то получится убить. Да, любого героя под фокусом. Ой-ой-ой. Кидаешь на него крест и кейп, и он практически бессмертный. Тут, как всегда, на хас дает информацию, что за 2600 игр с прошлого и этого патча такое преимущество на 15-й минуте в доте было только 5 раз. Вот ну да. Да, это серьезный очень разрыв. Ну это финал винеров, как бы, ну нифига к себе, конечно. Да, секреты явно с этой стратегией не выиграют у Вич. То есть надо что-то придумать другое. Зомби приобретает временем Guardian Greaves. Guardian Greaves, Solar Crest появляется, обрастают артефактами такими серьезными сейчас. Да, причем каждый из артефактов, он не только работает на тебя, он помогает твоей команде. Это не какие-то вот эти эгоистичные догончики. Догончики, да. Тут все для того, чтобы толпой пойти и задавить. Ну, либо чтобы тебя не задавили. Ну да, Владмир, столько не хватает. Как обычно, люблю я про это сказать. Примерно как ты про барак, но тем не менее. Да, да, да. Владмир сдает много-много. И не помешал бы. Но может еще кто и купит. Может быть тот же Undying или Bounty Hunter еще возьмет этот Владмир. Сверху здесь на Айсисайзе попробует, возможно, напасть. Но это суицидальное нападение. Даже если получится его убить, в чем я даже в этом сомневаюсь. То там прилетят, конечно же, Висп с кем-то. Кто-то на ТП. Ну, блин, 9-го левела Драгонайт. То есть это ой, Зай, добрый день. Трех и резать. Ну да, 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 тут...
Ты понимаешь, в спину, не в спину, вообще пофиг, его просто убили. Но это медалька, Solar Crest, грейдженная медаль у Зая вообще там плохо все, поэтому у него армор под Solar Crest в минусе. Там никакой Бристол Бэк его не спадает, не спасает, конечно же. Слушай, этот Баунти Хантер, он настолько бешеный просто. Да он был бешеный еще 10 минут назад. Ой, он там напал на Артура. На Артизи, ну и так он тут, ой-ой-ой. Минус? Нормально фиданул. Так, кстати говоря, здесь умирают. У нас Фенрир умирает, Фенрир. Ну и это, походу, вообще минус 3, слушай. Это какой-то супер-супер шлям происходит, что-то не то? Не-не-не-не, там а, ну там Хао, да, там Хао с Аегисом, ему вообще по барабану на это все дело. А уже Годлайк, кстати, Хао, должны будут забирать еще и Тауру здесь. Ну так, ведь гейминг слегка подрасслабились. Ой, еще Артур подставляется, Хао должен бежать до конца вместе. Ой, как что это был за лон? Какие подачи от Хао залетают? А это кто такой? Здорово. Здорово, Зай. Пока, Зай. Кстати, Айгис там сбили. Живет, живет. О, тут не живет. Торнадо, да. Пей последний, занимай сайс, уже без ульта не побежит. Ну просто юшло, потекло. По всей карте. Кошмар. Юшло. Юшло. Ну да. То 2 в 4. 2500 по голде за эту драку получили. У нас Вичи Гейминг. Ну, Шрак Виспа обогнал, это единственный плюс этой драки. Не сильно обогнал, то сейчас Тавр заберет и опять. Недолго, недолго музыка играла, недолго. Не, ну скриншот, я думаю, можно было успеть сделать. Empire, просто шикарный твит, я прям ретвитнул, молодцы. Что там? Хороший троллинг. Ну просто Team Empire пишет: I wish there was a way to beat Вичи Гейминг. И фотка просто смеющегося до слез в резолюции. Вот это, вот это, да. Если б только кто знал, как играть Вичи, да. Fire ничего, Fire. Ничего, скоро какой-нибудь интернешнл там. Слушай, тридцатка, там покажут уже. Как переигрывать. На 22-й минуте 30 тысяч преимущества. Агония Мухао, поэтому он наконец-то въезжает и может ломать здание. Так, все под треками. Он такой дохлый. Клеился. Он самый дохлый из своей команды. Ну так у него Гвардиан Грифс этот, на самом деле, он ни хрена же не дает по хп. Бедный Зай погиб. Мухао просто пошел уничтожать людей. Ну, Артур погиб, боже, смотри, что говорит тот Хао. Не, ну да, тут, я думаю, заветная надпись вот прям уже печатается в эту секунду. И, ну уже, дождемся ли мы этого или нет? До конца стараются до конца играть гейминг. Секрет, байбекается, там кто-то или Шрак, или кто-то там байбекается. Попытки отдепятся, но от Хао не отдепятся. Еще и ДК байбекается, но это уж совсем такое отчаяние, потому что ДК без формы. Байбекается ДК без формы, ну что-то такое. Ну да, я думаю, что Вич сейчас не должны особо запаниковать и просто должны продолжить давить. Да, они даже не стали уходить, и вайб такой бык. Пошел одному кинул Грейв. Ну, только сейчас. Грейв его хотел кинуть, видимо, да? А там кинул трек, второго ударил. По лицу, блин, кадулся. Да я хан все-таки ГГ. Я хан по плавке не обращаю внимания. Меня что-то расплавило, правда. Слушай, 34-12 за 22 минуты игры. 30 тысяч голды преимущества у Виспа Нетворкс. На 2 тысячи больше, чем у Кэрри команды Secret. Это, конечно, был урок Доты. Хао, Бьон, Гудлайк. Всякого мы ожидали, но все ждали не 20-минутных игр. Опять почему? Тут, в принципе, была 9-минутная игра. Вообще, команды сами снова вынуждают нас смотреть эти игры. Не патчи дело, это команды выбирают такой стиль. Одна команда сказала, мы идем пушить. Это в любом случае игра минут на 25. А вторая команда сказала, мы идем вам мешать. Ну и, собственно, команда, которая пушит, если она не может выполнить свой пуш-план, она неизбежно проигрывает. Ну да. И это происходит быстро, как правило, потому что с героями, которые пушат, дефиться невозможно. Ну, тяжело. Да, ну и вот файт. Ну вот он, легенда, легенда. Да, ну, просто да. Феноменальнейшая игра на Баунти Хантере. Это как он там закончил, с какой статуей? Ну, 6-4-12. Ну, весь early game 4 last hit. 4 last hit. Он реально добил 4 крипов, 4 крипа, действительно. Чена, возможно. он убил. Да, ну и 14-1-9 Хао, конечно, блеск. Кстати, один из тех матчей, когда ты героев убил больше, чем крипов. Да. Да, кстати, да. Он реально убил героев больше, чем крипов. Как-то раз по ГГ сказал, у меня убито героев больше, чем минут. Ну, нормально. Это у Дэнди против Ехом было на Пудже 22 на 21 минуту. Да, ну, я, как мы там тогда шутили про одного человека в минуту. Да, ну, собственно, что, это пошли была на паузу? Да, конечно, конечно. Мы уходим на небольшую рекламную музыкальную паузу. И вторая карта Вичи Гейминг против команды Secret. Надеемся, она будет чуть лучше. В общем, 5 минут, и мы вернемся. We'll be right back.
Thank you.